Терромобил дарит вам возможность купить автомобиль Рено по очень выгодной цене. Противостояние было упорным, и болельщикам не посчастливилось увидеть много заброшенных шайб. Счет открыли хозяева льда. На 7-й минуте встречи Булат Набиуллин переиграл Ивана Федотова. В выездное турне вслед за любимой командой отправились преданные болельщики «Тароса». Конечно, им пришлось поволноваться, ведь отыграться нефтекамцам удалось за 10 минут до финальной сирены. При том, что за три периода «Тарос» перебросал хозяев вдвое. Но и молот прикамье, что называется, простил гостей в паре моментов, когда, казалось, шайба неминуемо окажется в сетке. Сравнял счет Владислав Лукин, подставив клюшку под мощный бросок Кирилла Цулыгина. Цифры 1-1 на табло не изменились и в дополнительное время, так что завершением матча стала серия буллитов. Иван Федотов пропустил лишь одну шайбу. А героем этого спортивного эпизода стал Георгий Бусаров, пополнивший ряды «Тароса» накануне выезда. Он дважды переиграл Дениса Перевозчикова. Победа досталась «Таросу». Сейчас нефтекамцы на 9-м месте турнирной таблицы. Следующий матч 28 ноября в Ижевске.